Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В минувшие выходные в Доме народного творчества Тувы прошел 7-й республиканский форум отцов, где глава Тувы Шалбан Караул наградил отличившихся мужчин, жителей различных районов и спортсменов республики. Чемпион Европы, победитель первенства мира среди младших юношей, победитель молодежи, чемпион мира, а сейчас стал чемпионом мира. Это мой сын Монгуш Кежик. Андар Саян. Он, к тому же, является победителем первенства мира. На форуме заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального МВД Мартол Тарначы рассказал о деятельности Совета отцов, созданного при ведомстве. Популяризация службы органов внутренних дел, возрождение общественного формирования правоохранительной направленности. Мужчины-сотрудники органов внутренних дел принимают активное участие в работе Совета отцов, созданных в дошкольных и образовательных учреждениях. Также Советом мужчин территориальных органов внутренних дел совместно с представителями общественности проводится воспитательно-разъяснительная и пропагандистская работа на территории районов, городских и сельских поселений. Также среди награжденных старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России барон Хемчевский Сылдыз Дангак. За образцовую службу и активное участие в общественной жизни полицейский был отмечен особым подарком. Он получил от главы региона ездового коня. Кроме того, на форуме были отмечены те мужчины, которые оказывают огромную поддержку Министерству внутренних дел республики в обеспечении правопорядка на территории Тувы. Так, почетной грамотой ведомства награждены Марат Дагба, председатель Совета отцов села Самагалтайты Схемского района, Семен Рубцов, заместитель председателя Совета мужчин города Кызыла, Темир Сарыглар, директор КСУ Аксынской школы. Вручая награды, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Республике Тыва Вячеслав Макаров поблагодарил отличившихся за помощь и поддержку, оказываемую ведомству. Крупномасштабная стройка, реконструкция коммунального моста стартовала в столице Тувы. Как отметил глава Тувы Шалбан Караул, по сути, это строительство нового моста в метре от старого. Проект решает проблему транспортной доступности правобережного микрорайона города, который в связи с динамичным развитием, в том числе размещение 55-й мотострелковой бригады, в последние два года испытывал большие проблемы. Это пробки при въезде и съезде с моста в утренние и вечерние часы пик. Руководитель дорожного предприятия «Восток» Сергей Уюсов пояснил, что в этом году будет проводиться перенос тепловых сетей, установка русловых опор, отсыпка земляного полотна и проработка документации. В этом году движение по коммунальному мосту перекрываться не будет. В следующем, возможно, движение будет перекрыто на 3-4 дня. Отмечается, что общая стоимость реконструкции моста через реку Енисей составит около 1 миллиарда 260 миллионов рублей. 60 миллионов выделены из республиканского бюджета, а остальные из федерального. Работы по реконструкции коммунального моста планируют завершить в 2019 году. На этом искусственном сооружении планируется с двух сторон установить тротуары и освещение. Также будут отремонтированы и береговые опоры. По сообщению Всероссийского центра изучения общественного мнения, на сегодня хотя бы один непогашенный кредит в семье имеют 57% россиян. За последние 8 лет эта цифра удвоилась. В 2009 году на вопрос о наличии действующего кредита утвердительно отвечали только 26% участников опроса. Уже 67% россиян хотя бы раз пользовались кредитами. Только за последние 3 года этот показатель вырос на 10%. Если в 2014 году доля тех, кто ни разу не занимал деньги в банке, составляла 42%, то в этом году таких людей осталось только 32%. О том, что граждане смело берут новые кредиты, говорят и данные Банка России. На 1 ноября этого года объем банковских займов физическими лицами достиг около 12 триллионов рублей. За год этот показатель вырос почти на 10%. При этом просроченная задолженность составила 880 миллиардов рублей. И о курсах валют: доллар стоит 59 рублей 63 копейки, евро 70 рублей 36 копеек. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан.
школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан Сити». Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, LED-телевизор Samsung с диагональю 102 сантиметра всего за 2333 рубля в месяц. РБТ.ру. Сегодня во всех школах Кызыла и районных центрах республики прошло экспериментальное собеседование по русскому языку среди учащихся 9 классов. В мероприятии приняли участие около 1000 тувинских школьников. По данным регионального центра оценки качества, устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации образовательного проекта «Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников». Это неоценимый опыт для республики, для каждого ребенка и педагога, которые сегодня выполняют задания. К чему идет подготовка? В феврале месяце с 14 по 16 по всей стране пройдет устное собеседование для всех девятиклассников, всех школ, всех регионов нашей большой страны. Поэтому у нас есть сегодня возможность попробовать пройти это испытание. Вместе с Тувой пробное собеседование сегодня прошло в 39 регионах страны. По сообщениям Министерства образования России, устное собеседование по русскому языку станет допуском к аттестации, так же, как и сочинение в 11 классе. Однако собеседование самих школьников ничуть не пугает. Но мне кажется, что устная часть по русскому языку все-таки нужна для учеников, потому что мне кажется, что каждый должен по-своему раскрыться. Также устная часть помогает ученику рассказать свой опыт. Учитель может лучше узнать ученика. Все-таки разговорная часть очень важна сейчас в Туве. Большинство подростков готовились к устному испытанию не больше недели. Главным критерием собеседования является грамотная речь школьника на русском языке. Это, наверное, даже идет на пользу. Это, во-первых, колоссальный опыт. Человек имеет свое мнение и высказывает это, то, что он думает, и вот. И, наверное, это даже, с другой стороны, честно, из-за того, что бывают же такие ученики, которые списывают на экзаменах, вот. И мало ли что, не говорит человек на русском. Все-таки он живет в Российской Федерации, и он должен знать русский язык. Собеседование включает в себя выразительное чтение текста вслух, пересказ и 3 вопроса на выбор учащегося. Девятиклассники рассказали про свои летние каникулы, как они встречают гостей и какими должны быть школьные перемены. Иван Чернавский вошел как выдающийся человек. Видел много лет вперед, благодаря ему появилось такие. На выполнение работы каждому участнику отводилось около 15 минут. В процессе проведения собеседования велась аудиозапись. Оценка выполнения заданий работы осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка. Отметим, что устное собеседование по русскому языку предполагается ввести уже в программу государственной итоговой аттестации 2018 года для девятиклассников, которая пройдет с 14 по 16 февраля. В будущем же устное собеседование, возможно, станет частью не только ГИА, но и единого государственного экзамена для выпускников российских школ. С 17 по 26 ноября жители Тувы могут попробовать уникальные виды меда. В спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина проходит выставка продажи меда и продуктов пчеловодства. На выставке представлен вкусный и полезный мед из различных регионов России. Все желающие могут продегустировать и приобрести свежий урожай меда, представленный в 20 сортах, а также продукты пчеловодства – пергу, пыльцу, прополис и соты. На холодное зимнее время года актуальными являются мед липовый, царский бархат и прополисный. Очень полезный мед расторопший, девисиловый и кориандровый.
Также очень полезны мед черничный, белый акация. Они не повышают сахар в крови. Есть и новинки. 10 видов натурального конфитюра из свежих фруктов и ягод. Это самое настоящее лакомство. На выставке продажи меда для покупателей действует приятная акция. За каждый килограмм любого вида меда в подарок вы получаете килограмм меда лугового разнотравья. Выставка продажи меда будет работать с 17 по 26 ноября включительно. В спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 10 утра до 19 часов вечера. Мед – это не только полезно, но и очень вкусно. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ночью минус 17, минус 19 градусов, днем минус 10, минус 12. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороване погода пасмурная, небольшой снег. Температура воздуха утром минус 17 градусов, днем минус 15. На Полке пасмурно, идет снег. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 12. В Танзыбе пасмурно, без осадков. Температура утром минус 10 градусов, днем минус 6. По всей трассе проезд удовлетворительный.